Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. С вами, как всегда, Марина, канал Таро Diamond Dream. И сегодня делаю расклад на отношения. Будем смотреть ваше отношение к мужчине, его отношение к вам, ваши чувства, что препятствует вашим отношениям, что скрыто, какие перспективы, ближайшее развитие ваших отношений и итоги. Загадываем небольшие сроки. Вы знаете наверняка по моим раскладам, ну и по раскладам других тарологов, что слишком длинные сроки второго мы не загадываем. Это буквально неделя, две, месяц, максимум два. Да и незачем так долго смотреть, да, на такой долгий, длительный срок, потому что я очень часто делаю расклады, и вы можете всегда найти их на моем канале. Если не резонирует ситуация, то просто идете, ищете другой расклад и смотрите его. Будем надеяться, что сегодня придет именно ваш мужчина, именно ваша ситуация. Хорошенько его загадайте, визуализируйте вашего мужчину. Вспомните его голос, его глаза, его внешность, как он разговаривает, что он говорил вам, какие слова при вашей последней переписке, при вашей встрече. И будем надеяться, опять-таки, что придет именно ваш мужчина. Если вы чувствуете, что ситуация резонирует хотя бы процентов на 70-80, то смотрите дальше расклад. Если вы чувствуете, что история вообще никак не о вас, не мучайте себя, пожалуйста. Уходите с видео, открывайте другое видео и ищите свою ситуацию там. Итак, если вам нужен личный расклад, обращайтесь, пожалуйста, по контактам, которые у меня представлены под видео и в шапке канала. А мы будем сейчас начинать. Итак, вы в этих отношениях, он в этих отношениях. Что вы чувствуете к этому мужчине? Что этот мужчина чувствует к вам? Что мешает вашим отношениям по вашему мнению? Что мешает вашим отношениям по его мнению? Что вы скрываете от него? Что он скрывает от вас? Что между вами на самом деле? Как будут развиваться ваши отношения в течение загаданного срока? Срок загадываете сами. Помните, да, об этом? Так, и итог отношений на загаданный срок. Так, давайте я еще доложу все-таки карты. Угу. И совет вам. Ну и давайте смотреть, что же у нас здесь получилось. Ну, сразу хочу сказать, что никакой такой там, знаете, какой-то очень отрицательной энергетики, допустим, либо негатива, либо измен, жестких треугольников и так далее, я здесь не увидела. Хотя, да, безусловно, здесь может быть влияние неких третьих лиц. Либо это прежняя женщина из прежних отношений вашего мужчины, но которая на данный момент, она на него не имеет влияния любовного, скажем так. Я не вижу здесь, что он в отношениях. Но какое-то влияние, в принципе, она может иметь. Либо это может быть его мать, его какая-то родственница. Ну, чаще всего мать выпадает королевой мечей. Здесь прослеживается некое влияние этой женщины, но оно не решающее. Что хочу сказать по поводу самого расклада. Расклад в некоторых моментах, ну, в том числе и в итоге, он тут дает надежды, и как бы он такой позитивный весьма. Но, с другой стороны, много сложных моментов. Например, ваш сигнификатор. Ваш сигнификатор у нас пятерка жезлов. Это говорит о том, что вы ни в чем не уверены. У вас очень много сомнений в душе. Может быть, вы вообще этому человеку не доверяете. Либо, если не то, чтобы не доверяете, а понимаете, что у вас много таких возникает вещей, в которых вы не согласны друг с другом. То есть некие стычки, некая такая, знаете, скрытая конкуренция друг с другом у вас какая-то есть. И выпадают сложные арканы именно в вашей стороне. Хотя и у мужчины здесь тоже все не так просто. Почему говорю, что может быть вмешательство третьих лиц? Потому что в скрытом у мужчины выпадает тройка мечей. Это чаще всего указывает на некий треугольник, но это у него в скрытом. И знаете ли вы об этой женщине? Здесь не совсем понятно. Здесь вы вполне возможно можете только догадываться. Либо знать, да, действительно, поскольку расклад общий, тут сложно сказать. Можете знать, либо догадываться о том, что на ваши отношения осуществляет влияние какая-то другая женщина.
Вот. А у него это лежит в скрытом. Он тоже прекрасно понимает, что вы можете знать или когда-то узнать. И, в общем-то, это действительно является препятствием неким. Но вот что касается вас, у вас такое впечатление и чувство, в чувствах выпадает аркан маг. У вас такое впечатление, что этот человек вас как бы околдовал. Во-первых. Во-вторых, у вас возникают часто мысли о том, что он манипулирует вами. Знаете, есть разные манипуляции, самые популярные из них, дальше, ближе. То он вас притянет к себе, то оттолкнет. То он появился, то исчез. Ну и что-то в этом роде. И здесь такое влияние на вас, безусловно, оказывается, потому что у вас скрытом еще лежит и аркан, паш мечей, который говорит о том, что вы в смятении из-за этого, вы не знаете, как вам действовать дальше. В скрытом у вас десятка жезлов, вам тяжело, у вас на душе тяжело, вы не понимаете вообще, что этот мужчина действительно от вас хочет, да, и что он впоследствии вам даст. У вас довольно сложный расклад вышел здесь. Кроме этого, я вижу, что за этим мужчиной вы наблюдаете, вы следите за ним. Может быть, в соцсетях, может, в мессенджерах заходите посмотреть там в тот же WhatsApp, когда он был, когда заходил, когда выходил и так далее. Может, в Инстаграме за ним следите, может быть, еще где-то. Но в первую очередь это аркан некого смятения душевного. Сложные у вас здесь выпали арканы, сложные. Вижу, что мужчина очень сильно вас взял энергетически, привязал к себе. Но мы сегодня делаем не глубокий расклад, а в принципе посмотреть, что, да, основные позиции на данный момент между вами как выглядят. Вот у вас сложный, я вам сказала, расклад. То есть вы сейчас находитесь в неком смятении и не знаете, что будет дальше. Потому что мужчина по этому раскладу даже может как-то себя странно вести иногда, не совсем вам понятно. Что касается мужчины, он выпадает королем кубков. Мужчина сам по себе, конечно, может быть и любимцем женщин, но тут не обязательно. Тут мужчина, который может обаять, который может очаровать. И самое главное, поскольку в сигнификаторе у нас ваших отношений идет король кубков, это означает, девочки, что этот мужчина вас любит. Здесь есть чувства. С вашей стороны сложные все арканы показали, и нам ничего не сказали о чувствах. Хотя вполне возможно, вы тоже его любите, даже не вполне возможно, а точно. Потому что в развитии отношений тут посередке у нас легла двойка кубков. Когда двойка кубков ложится в раскладе на отношения еще и посередине у меня по вертикали, это всегда как бы между вами. Видите, вот четко прям между вами посередине. Это говорит о том, что чувства здесь взаимные. Взаимные. Несмотря на некоторые сейчас трения между вами, недоразумения, они могут быть по многим причинам. Расклад общий. Это может быть столкновение характеров. Это может быть не совсем понятное для вас поведение мужчины. Это может быть любовный треугольник, если вдруг вам известно, либо вы подозреваете, что здесь есть другая женщина. То есть причин может быть на самом деле очень много, но знайте одно, этот мужчина вас любит. Потому что у него арканы влюбленности, стрелы Амура, они даже в голове у него лежат, то есть в чувствах к вам. Да, здесь чувства есть, конечно, есть. У многих проиграется, не у всех, но у многих проиграется, что вы находитесь на расстоянии, и это, в принципе, для мужчины является, да и для вас тоже, для вас обоих это является препятствием. Либо этот мужчина периодически уходит из отношений, либо он сейчас ушел из отношений, либо вы понимаете, что он в ближайшее время уйдет. Как бы, да? Тут мужчина на самом деле тоже как-то нестабильно мыслит, честно говоря. Я не вижу здесь стабильности в ваших отношениях, действительно реальной и конкретной, чтобы этот мужчина, там, я не знаю, вас взял за руку и повел под венец. Даже если он ваш, допустим, муж сейчас, то значит между вами есть некое что-то, напряжение все равно есть, связанное с теми вещами, которые я до этого говорила. Здесь и любовный треугольник может быть, здесь могут быть и ссоры, и конфликты, и все что угодно. Тут много может быть причин. Между вами, в принципе, сейчас напряжение. Хотя рыцарь жезлов говорит о том, что вы оба стремитесь развивать отношения, вы оба стремитесь друг к другу, у вас большая страсть друг к другу, у вас очень сильное физическое притяжение есть. И, ну, тут я вижу, что какая бы ситуация сложная у вас не была сейчас, я не вижу, что тут катастрофическая какая-то ситуация. Но тем не менее, какая бы ситуация ни была, развитие ваших отношений в дальнейшем будет позитивным. Я бы сказала, что вы сейчас действительно выглядите королевой мечей. Как будто вы, знаете, такая
холодное сейчас у вас сердце, может быть, вы действительно к нему показываете больше холод сейчас, чем это было раньше. Его это довольно сильно может ранить, кстати говоря. Но этот мужчина заслуживает, чтобы с ним так себя вели. А любовь между вами, да, она есть, и в развитии отношений, ситуации между вами, я бы сказала так, здесь королева мечей сменит гнев на милость. То есть тут идет смягчение, в первую очередь, с вашей стороны. И обновление отношений, более теплое развитие отношений. Здесь между вами любовь. В основе всех основ все равно здесь лежит чувство. И какой бы напряг сейчас между вами ни был, что бы ни происходило, в развитии отношений у вас обновление, у вас теплота идет, понимаете? Нечто такое. Но также я вижу, что в итоге, конечно, в итоге многие вещи, которые вам непонятны сейчас в поведении мужчины, в тот период, который вы загадали, они прояснятся. Если вы, допустим, не понимаете, почему он так себя ведет, почему он там исчез, к примеру, либо как-то там более холодно стал к вам относиться, либо еще какие-то моменты, да, другие, то для вас это станет ясно, это прояснится для вас. Поэтому это даже и хорошо, с одной точки зрения хорошо, с другой точки зрения, конечно, если прояснится какая-то не очень хорошая вещь, да, со стороны мужчины, тот же треугольник, к примеру, это для вас не так уж и хорошо, а я вижу, что да, некая тайна здесь может выйти наружу, что-то тайное где-то вы узнаете, прояснится. Но в любом случае я вижу, что вы здесь остаетесь вместе, отношения ваши развиваются все равно в позитивном ключе, как бы вам сейчас тяжело ни было, все равно отношения развиваются в позитивном ключе. Но вам совет, посмотрите какой. Вы не проявляете инициативу сами, как бы немножко закройтесь сейчас, отдалитесь, может быть, даже чуть-чуть, потому что этот мужчина должен сам проявить инициативу. У меня, знаете, вот какое чувство сейчас, когда расклад делала, что как будто нужно, чтобы этот мужчина почувствовал, что вас теряет, для того, чтобы по-настоящему к вам развернуться лицом. И чтобы наконец-то у вас пропали все сомнения, у вас пропали какие-то противоречия в вашей душе, чтобы вы действительно увидели, что вот он, король кубков, чтобы вы увидели, по-настоящему почувствовали его любовь, его заботу и то, что вы ему действительно нужны. А вы ему нужны. Ну, в общем, вот такой сегодня получился, такой, я бы сказала, экспресс-расклад на ситуацию, которая между вами сейчас складывается. Вижу, что с вашей стороны, да, как-то все сложно довольно, с его стороны тоже выпадают арканы довольно кризисные, но на тот загаданный срок, который у нас есть, вы сами себе загадали, при прояснении определенной какой-то ситуации, определенной тайны, определенных вещей, которые для вас непонятны, здесь должно пойти все на лад. Ну, я бы сказала, даже на перемирие и начало нового этапа, уже более светлого и счастливого. Спасибо большое за то, что были со мной. Если мой расклад был вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А если хотите получать уведомления о моих видео новых, нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. Всех целую, люблю. Желаю всем отличного настроения и только самых гармоничных, счастливых отношений. Всего хорошего. До следующего расклада.